Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православных христиан празднует день Евпатия. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память священномученика Евпла Катанского Сицилийского архидиакона, преподобномученика Федора и Василия Печерских в ближних Печерах, преподобного Федора Инока, князя Острожского Печерского в дальних Печерах, преподобного Иоанна Святогорского, затворника Иерусалима монаха, мучениц Сосаны Девы и с нею Гая Папы Римского, Гавиния Пресвитера, Клавдия Максима, Препедигны Александра, Куфия и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.